Hello everyone! Всем большой, большой привет! Every time I say that, I imagine that there are many people watching me, and I know that I'm watched by some little small viewers. And today my special hello, my special greeting, мой специальный привет goes straight to Миду. Миду, привет! That is a little boy watching me, and I hope, Миду, that today's lesson is going to be very useful for you, because we will learn 20 must-know phrases to maintain a conversation in Russian in everyday situations. Let's start with phrase number one. There will be a phrase, an example, and please, I encourage you to practice with me, to practice out loud the pronunciation, the phrase, and after the lesson, try to remember, try to memorize, maybe to put down everything that you have watched. Let's start with number one. It is пожалуйста. 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 It is a reply to спасибо, thank you, and it also means please. Пожалуйста. For example, помогите мне, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста. Phrase number two is definitely спасибо. 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 Скажите, пожалуйста, этот автобус едет в центр? Да, конечно. 31-й автобус едет в центр. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, этот автобус едет в центр? Да, конечно. 31-й автобус едет в центр. Спасибо большое. Не за что. Не за что. Не за что. Don't pay attention that we spell ч-т о, ч-то, we pronounce шта. Шта. Не за что. You're welcome. Скажите, пожалуйста, этот автобус едет в центр? Нет. 32-й автобус едет в центр. Спасибо. Не за что. Извините. Excuse me. Извините. Извините. Извините, где я могу взять такси? Извините, где я могу взять такси? Or, извините, где я могу поймать такси? Or, извините, где я могу вызвать такси? Вызвать means to call a taxi. Я не понимаю. Я не понимаю. I don't understand. Я не понимаю. Магазин закрывается через 15 минут. Извините, я не понимаю. Я плохо говорю по-русски. Магазин закрывается через 15 минут. Извините, я не понимаю. Я плохо говорю по-русски. Я думаю, что. Я думаю, что. Я думаю, что. I think that. Тебе понравился фильм? Я думаю, что он немного скучный. Тебе понравился фильм? Я думаю, что он немного скучный. Я согласен. Or, if you're a girl, you say я согласна. Я согласен. Я согласна. I agree. Тебе понравился фильм? Не очень. Я думаю, что он немного скучный. Согласна. Очень скучный. Не думаю. Не думаю. Не. Н is soft here. It's not не. It is не. 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 Soft sign. Не думаю.
I don't think so. Я думаю, что фильм немного скучный. Не думаю, мне он понравился. Я думаю, что фильм скучный. Не думаю, мне он очень понравился. Хорошо. All right. Okay. Хорошо. Хорошо. For example, ваш поезд отправляется с пятой платформы. Ваш поезд отправляется с пятой платформы. Хорошо, спасибо. Ваш поезд отправляется с пятой платформы. Хорошо, спасибо. Почему бы и нет? Why not? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Давай пойдем кататься на лыжах. Почему бы и нет? Хорошая идея. One more time. Давай пойдем кататься на лыжах. Почему бы и нет? Хорошая идея. Давай пойдем кататься на лыжах. Почему бы и нет? Хорошая идея. Что это означает? Что это означает? What does it mean? Ты знаешь этого парикмахера? Парикмахера? Что это означает? Ты знаешь этого парикмахера? Парикмахера? Что это означает? Ты знаешь этого парикмахера? Парикмахера? Что это означает? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? What do you mean? Что ты имеешь в виду? Я не пойду на вечеринку. У меня простуда. Простуда? Что ты имеешь в виду? Что означает это слово? Я не пойду на вечеринку. У меня простуда. Простуда? Что ты имеешь в виду? Что означает это слово? Как сказать «м-м-м» по-русски? Как сказать «something» по-русски? How do you say «м-м-м» in Russian? Что ты хочешь купить? Как сказать «toothpaste» по-русски? Зубная паста. Что ты хочешь купить? Как сказать toothpaste по-русски? Зубная паста. Поезд отправляется. And поезд прибывает. The train leaves and the train arrives. And the word отправляется и прибывает also work for all public transport. Отправляется, прибывает. Во сколько отправляется автобус? Отправляется в 5, а прибывает в 8. Во сколько отправляется автобус? Отправляется 5, а прибывает 8. Как ты думаешь? What do you think? Как ты думаешь? Мы поедем на метро. Как ты думаешь, мы успеем? Мы поедем на метро. Как ты думаешь, мы успеем? Я уверена. Уверен is masculine, уверена is feminine. So I say я уверена. I'm sure. Как ты думаешь, мы успеем?
Конечно, я уверена, что мы приедем вовремя. Как ты думаешь, мы успеем? Конечно, я уверена, что мы приедем вовремя. Я немного говорю по-русски. I speak a little Russian. Я немного говорю по-русски. Я немного говорю по-русски, но я хочу познакомиться с твоими друзьями. Я немного говорю по-русски, и я хочу познакомиться с твоими друзьями. Я немного говорю по-русски, и я хочу познакомиться с твоими друзьями. Как пишется? Как пишется? How do you write it? How do you write this word? Парикмахерская? Какое длинное слово? Как оно пишется? Парикмахерская? Какое длинное слово? Как оно пишется? Не знаю. I don't know. Не знаю. Во сколько прилетает твой самолет? Не знаю. Я не знаю. Во сколько прилетает твой самолет? Я не знаю. And the last one for today is обязательно. That is a long one. Let's practice it together. Обязательно. Обязательно. Ты мне поможешь? Обязательно. That means definitely. Ты мне поможешь? Обязательно. Обязательно. And that's all for now. Hope that was useful. You can always contact me through any social media if you need private Skype lessons with me. You can always support my channel if you like the content. And thank you very much for your support. Увидимся скоро. Пока-пока.